19-летний житель Скопинского района и его 16-летний приятель в ночь 10 августа решили навестить своего друга в Рязани. Добраться они решили на автомобиле, но не на своем, а чужом. Тем более, что один из молодых людей ранее уже был судим за серию угонов, так что опыт взлома дал о себе знать. Правда, не сильно выручил. Угонщикам не удалось завести 3 автомобиля, и они их обчистили. Добычей стал ящик с инструментами и магнитола. А только 4-й автомобиль ребятам удалось завести – ВАЗ-2014. Забрав с собой еще одного приятеля, ребята выехали в Рязань. Примерно в 3 часа ночи компания добралась до своего рязанского товарища, и они вчетвером отправились колесить по городу. Но на этом они не остановились. Угонщики взломали очередной автомобиль – «Жигули» 6-й модели, и уже на 2 машинах направились обратно в Скопин. Правда, не все машины доехали до пункта назначения. 14-я по дороге заглохла, а чтобы скрыть следы преступления, ребята вытолкали автомобиль в кювет и подожгли. В это время полицейские уже получили оперативно-розыскную информацию. В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 158 «Кража» и части 2 статьи 166 Уголовного кодекса Российской Федерации «Неправомерное завладение транспортным средством». Теперь молодым угонщикам светят до 5 и 7 лет лишения свободы, а руководство УМВД России по Рязанской области приняло решение наградить сотрудников Скопинского отдела МВД России за раскрытие серии преступлений по горячим следам.